Огонь, свет, динамика. Современное искусство приобретает все более необычные формы. Авторы проекта «Эталон. Огненный поток» уверены, что симбиоз музыки, эмоций и достижений науки может дать невероятно впечатляющий результат. Многие люди используют искусство потока, по-английски это называется flow arts, используют для того, чтобы снять напряжение мышечное, избыточное, сфокусировать свое внимание, расслабиться, почувствовать пластичность своего тела и повысить свою подвижность. И что самое интересное, в повседневной жизни то, что мы делаем с реквизитом, допустим, катаем шар, да, он помогает нам, вот эта практика, да, сфокусироваться на текущей задаче, например, какой-то работе, которую мы выполняем. Можно вообще добрать контакт на шар? Да, конечно. Мне ничего не получилось. Получиться может у каждого, уверен практик Flow Arts. Илья занимается контактным жонглированием уже 15 лет. Главное – настроиться на свою волну и постараться расслабиться. До того, как ты приходишь в свет, в огонь, да, тренируешься долгое время на таком обычном реквизите. Но в чем плюс? Огонь, свет – это все спецэффекты, которые на некотором этапе развития приятно использовать. Но момент, пока ты осваиваешь элементы, пока ты строишь свой номер или творчески просто импровизируешь с реквизитом, еще до того, как ты зажег свет или поджег огненный реквизит, это уже тебя переключает, расслабляет и настраивает. Другой не менее интересный проект – «Эталон-танец». Анна работает над ним около 2 лет. Радость, гармония и движение – все это можно увидеть в ее модели танца. Таким талисманом как раз-таки может быть либо любимая картина, которую ты создал с помощью виртуального пространства и 3D-моделей, либо же 3D-модели могут быть преобразованы в украшения или запечатлена 3D-модель внутри хрустального шара. Проект успешно развивается, ну а сами творцы несут свое искусство в массы, выступают на городских праздниках, проводят мастер-классы на центральной площади и в библиотеке. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».